Итак, всем привет, с вами Ван 2014 и Полк. И сегодня мы начинаем наше второе похождение. И мы уже подготовились. Мы вот какую всякую фигню сделали. Да. Сделали тут генератор, энергохранитель, дробитель. А также мы провели... А, вот у меня кнопка есть. Провели к солнечной панели провод. А также вниз к железной печке. Или как да, она? И мы узнали то, что кнопка G у нас открывает меню. Да, вот такое вот меню. Да. Это почти что-то Money Tools, но только оно не такое удобное, то что оно не встроенное там какое-то. И вот, тут мы уже успели сделать маленький складик, вот мы провели, даже не железная печь, а электропечь, она гораздо лучше. Также тут мы сделали еще сделали какой-то ненужный верстак, вот, автоверстак. А он уже давно. Ну да, еще давно. Ну, вообще, мы сделали еще плюс второй этаж. Да, и даже уже хотели сделать третий. Сделали. Сделали такой заборчик. И сегодня я. И сегодня вот мы уже добыли резины. И мы сейчас пойдем. Ты пойдешь, да, я поеду на остров. На остров, зачем нам это надо? А я вам сейчас скажу. Это нам надо для того, чтобы найти несколько саженцев гивеев. Да, и туда их привезти. Да. То нам уже надоело их уже. Да. А провезем мы их с помощью команды Home 1. Да? А, ну да, телепортация в разные места. Ну да. Home 1 также мы сделали супер какой-то карьер, я помню, нашел. Блин, я вот только ищу этот медный провод, так не могу найти. А, ну да, так же. Вот нашел. Ничего не слышно, надеюсь. А, слышно немножко. Ничего. Все, никто не обращает внимания, ничего не делает. Да, никто не обращает внимания, это фоновая музыка. Это крики Майкла Джексона. Он сейчас крикнет, там умирает. Да ладно, соседи там орут. Да, ну да, соседи не помнят. Да, ну так вот, да, вообще жидкие. Ну, может, никто не услышит, я смотрю силу плавать, я постараюсь. Да. Или музыка может. Да. О, я нашел верстак. Радость-то какая. Я нашел, короче, масенький островочек. А где железка? Не знаю, нашел масюсенький. О, давай заново начнем, пожалуйста. Нет. Да почему? Потому то, что мы уже нормально начали. Все. Он нашел масюсенький островочек. Я кажу сейчас на паузу. Наверное. Да, а мы, как всегда, продолжаем из того, что мы скоммуниздили. Верстак. Это нужная вещь. А что тогда, блядь? Я передумал. Блин, паузу жизнь, блин. Я потерял дерьмо. А, вот молот. Дерьмо? Молот, ты чё, глухой? Мне послышалось. Ой, я потерял дерьмо. Верстак. Блин, ты помнишь, как крафтится это? Фу ты. А представляешь, сейчас к нам, ко мне фантом телепортируется. И убьет тебя. Нет, и в воду такой упадет. А кто не у него флаг? Не, у него флаг. Ты знаешь, я уже на 700 метров отдалился. Да? А я электроскину крафт. Понятно. Но она там легко крафтится, а я уже нашел какой-то маленький островочек. О, на нем, кажется, есть... Это ели. Я, короче, сейчас на паузу, разберусь с этим. Ладно. В комнате. Я нашел, что зимний биом. А у меня опять кнопка паузы не работает. Понятно. Вот. Так, ладно. Вот, я отхожу. Ладно. Я пока нашел зимний биом. Сейчас мы будем разбираться, надеюсь. Будет все тоже норм. Так, все припарковали. Ну, я не одобряю, конечно. Паркинг сервера Майнкрафт. На нем все могут скоммуниздить. В общем, все, я разобрался. Я нашел гивею. Да? А может и нет. Не знаю. Я не распознаю. А, все, блин, и я его пока вещи перетаскивал, потерял электросхему вторую. Какую? Ты
Ты электросхему потерял. Да ну. Да ну, и все заново крафтить. Да ну, прям. Да ну, реально, вот иди найди. И ты уже стал вроде как. Так и иди. Да. Да ну. А ты поищи. А вот иди. А ты поищи. А ты вот иди найди. Ква-ква-ква. Это была Ель. Как можно было перепрыгнуть? Чё? А так все одно и то же. Нет, все разное. Ты не знаешь ничего. Ха-ха-ха-ха-ха. Мне надо найти летний биом. Все. Вот тут тропическое дерево. Блин, ты понимаешь, ты кучу материала, короче, потратил. Да, и чё? Ещё, ну ты микросхему просто. О, коровка. А, слышь, это тебе надо еще 5 резины искать. А, да. Ну это мы уже знаем, мы коммунисты, мы этих. Спавно. Да, у спавна. Там, короче, у игроков они все выращивают. А мы там коммунизм, блин, вот как всегда. Да блин, он мне язык тупит. Че у тебя там язык тупит? Я имею в виду это переключение. А то я думал, ты такой, и так все бы... У меня язык затопил, залагал. Блин. Залагал язык, все равно. Тут, короче, был такой прикол. Какой? Тут были какие-то взрывы динамита. А вот был баг. Чё? Я три раза по ГВ ударил, только с третьего раза она вылетела и экранник мой сломала. Да, вот именно у меня такое же было. Вот мне страшно то, что... Да. Не сказал. Чё? И там чувак. ВТФ? Чё? Как сквозь траву этот ГВ? Так ты там, я знаю. Я знаю, ты где. Ну, 6 штук вроде хватит мне. О, у меня есть 2 шерсти. Зачем? О! Можно сделать сачок. Не, фантом, ты... Фантом этот, ты... О! Ты дебил? Вот. На, держи свою микросхему. Это еще одна, вот. Это я сейчас в сундук положу. И где еще одна? А вот она. Где? Вот. Где? Ты что разве не видишь? В этом верхнем сундуке. Где? Ну вот же. Да где? Короче, ладно, я тебе показываю, где. Не знаю, где. Ну чё? А ты не знаешь, где эти? Кто? Чё? Блин, ульи. Я... А? Где ульи? Ульи? Здесь, конечно, вполне ульи. Да, но... И придётся заново всё крафтить, я куда-то положу железную кусты, но теперь найти не могу. Блин, еще отбойный этот молоток куда-то положил, тоже найти не могу. Блин, или я слепой, наверное, тут ничего не могу найти. Наверное. Блин, ну может ты найдешь, а? Че? Молоток. На, держи, тебе нужна железная оболочка? А, вот нет, не нужна. Я бы взял. Так, рейдик нужен. А что ты крафтишься? А где я микросхему? Ты же ее потерял? Да. Так, чё? А мне что делать? У меня опять там слышно, да? Нет. Ну чё мне крафтиться? Ты ничего не надо крафтиться. Не, дай мне задание. Всё. Иди, ищи гиви. Не, ну это не серьёзно. Чё крафтиться? Иди, крафтиться. Не знаю, что тебе дать крафтить. Давай ты скрафтишь мне солнечную панель. Давай. Не, давай мне, притащи мне 3 стекла. Ща. Будет для тебя полезное дело. Да, очень полезное. Прям супер. Еще 3 порошка угодно. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Или нет? Да. Все понимаю.
Все, он конец у нас здесь. Кто? Я говорю, есть у нас. Так, теперь я да, вот она. Тарик на, держи три кусочка стекла. И три угольных. Джетпак, наверное. Джетпак мы же хотели сделать. Нет, будем позже. Или нет. Может быть я буду делать. Энергохранилище еще нет. Как? А где три... А, вот. Три батарейки? Да, делай, короче, еще это энергохранилище, два. Ладно. Какой на... А, я уже думал, какой ты кому-то телепортируешь, слушай. Так энергохранитель делать? Да, обычно, помнишь, который... Да, оловянная изолента и... Два таких сделать. Да, понятно. В общем, вот уже... Блин, я крипа сам... У тебя... Вот. У тебя есть еще две резинки? А у меня есть два... А что, нету? Одна не хватает. Одна резинка в этом. В чем? В печке. А. На резинку. Давай. Сейчас еще пойду. Потому что мне надо 4. Резины? Или может быть есть батарейка? Батарейка у меня есть. Или может быть оловянный пол. А, так. А мне надо 3 батарейки и один изолированный оловянный пол. Ладно, я пошел опять на спал. Ладно. Мы уже сколько там не едим дней? What? А, ну да, не знаю. У меня ничего не слышно на заднем плане. Ничего. Не спрашивай каждый раз. Потому что не все обычно... У меня там, знаешь, как соседи сейчас орут по комнате? Как? Просто уже, может, музыку я наложу? Конечно, погромче-то. Да, может, потише. Слышно будет. Я не вижу, где молот. Молот просто... Я его тоже очень долго искал. А, вот он. Самый низу. В самой жопе. У меня нет олова. Олова у нас там полно. Да, я знаю. Олова Адам. Нет, не гибрид. Что будет с кусачками? Ничего не будет. Что делаешь с кусачками? Кусачки провода делают. Я знаю. Конечно, уже надоели. Мне показалось там то, что был игрок. Уже совсем не как сильно. Давай, там сейчас на паузу поставлю, опять вернусь, как всегда, опять соседи. Да, давай, ставь. Эстер будет. Так надо три залить. А, ну понятно. Да, тогда все норм. А то я думал... И вот я продолжаю. Давай, пожалуйста. Здесь должно быть все тихо. А я пока крафчу две батарейки. Я на микро задел. Почему? Понятно. Мне нужна одна резинка. Я вот еще хочу ее. Или не-не-не, она пока мне не нужна, но все-таки. Ладно. Ой, у меня сейчас скелетик. Скелетик. А я краники потеряю. Все, мне остался один провод. Только ты. Не хватает? Что? Хватает. Не хватает, да, не хватает на резинке. Я обжал скелетик. Сейчас если есть. Я к утру тоже сейчас пойду с гибель. О, слайм, прикинь, слайм тут. Нам нужна это? Чё это? Слайм. Смотри, нужна будет улучшенная электросхема. Зачем, для джетпака? Да. О! А для нее нужна... Ну, у нас лазурит, кажется, есть. Для нее нужна светящаяся пыль. А, ну да. Но её будет легко добыть. В аду? У нас тут гости к нам пришли. Кто? А, Крипа. На. Да. Фига. Ну вот за тебя. Ок. Ладно. Давай.
А там кто зашел? Фантом, наверное. Наверное. Ой, по-моему, это. Все, я сделал один для энергохранить. Крафт, я еще один делаю. Еще? Да. Давай, скидывай еще. Значит, мне надо еще железо, так что из того, то, что кузнечный молот не выдержит. Наверное. Я хотел сейчас. У тебя железо? Да нету. Ну, у меня там эти жалюзи от ветра шумят. А. Опять. Так, как это называется-то? Кто? Этот. Может, на батарейка? Нет. О, у нас есть железная руда. А вот железо... Так, сейчас наберу бата. У нас тут есть одноразовая батарейка. Огромный джетпак. Нет. У тебя есть железо? Нету. Пам-пам-пам. Тогда где? У меня только энергетический ранец какой-то тут есть. Я что-то джетпак не могу найти. Как мы его писали, чтобы его найти? Джетпак на английском. Да, на английском. Блин, мне приходится... У меня еще стул шинит, офигенно. Сейчас попробуем. Джет. Пак. Какой-то чит джетпак. Чит? Да. Читерский. У нас есть... Тебе не жалко алмазик этим потратить? Зачем? Я, чтобы сделать, сейчас тебе скажу, крушнягу. Какую? Чтобы сделать мультикристалл. А зачем? Энергокристалл. Зачем он? А, нет. Сейчас как? Сейчас будем, короче, еще дальше делать. Там паучки как падают. Как он там называется? Я уж там не помню. А, этот... Утили... Затор. Да, вот он. А, блин, светящаяся пыль, конечно, нужна. Конечно, ну, нам три земли будет не проблема достать два железа, да? Ну да. Посветишься камень. Смотри, я знаю, где слава. Так, сакам пылись. Сейчас посмотрим. А у нас железа вообще нет. Вот. Слышь, у нас сейчас есть еще. Нам не проблема скрафтить еще одну электросхему. У нас нет железа. Да блин. И кузнечный молот сейчас скоро уже все. Рухнет. Да. Ладно, и что, я пойду тут. А, так у меня. А, ну да, все равно же этого не хватит. А, не смотри, так, держится. Он первый. Что тебя держится? А как думаешь? Ну, не знаю. Положение есть тут. А чё ты рассонник не собрал? И олово? Ну, потому что. Кирка сломал? Нет. А ты сейчас вообще где? Я в шахте. Ладно, он пока не будет собирать. Мне сейчас главное за железякой. О, ну сейчас... Та-дам! Всё. С молотом ушли последние оловянные фигни. Олова больше нет? Нет. Нет больше молота. А. Я возьму бесплатную батареечку. Да, а, конечно. А бери. Что ты с ней хочешь делать? Еще один энергохранитель. А, бери. Там вроде осталось. О, тут одна есть проблемка. Какая? Мне нужен молот для этого. Для чего же? Иди сюда, помоги по шахтам. Пойдем. Для повода у нас есть повод? Оловянный. Какой? А, есть один. Все, отлично. Куак-куак-куак. Да, мне лопату нужно. А у нас есть еще резинка? А для чего идти? Вроде есть. Для чтобы изолировать. Подожди, я-то вроде кого. Сейчас еще раз посмотрю.
также Валан делает бесплатные шапки. Да. Еще раз говорю. О, сапфир нашел. О, ты что у нас? О, все, мне еще на одну кирку хватит. Ты представляешь? А, это я про. Это я про только что принес сырую говядину. Ты что-то он появился? Да. Бесплатно так. Фантом принес. В общем, я еще сейчас сапфира набрал на этого. На кирку. Ты что? What? Что было? Не знаю. Это обычно у тебя гром прозвенел, или ты молнию видел? Я просто в пещеры. Только что была такая прям сильная молния, вообще все мигнуло и был такой сильный гром. Я только гром слышал, в пещеры был. О, даймонд! Куплю серебра за 2 стака алмаза. И сейчас мы покажем один бак. Да. А, за ДВИ? Да. Именно с ней. Сейчас первый. У меня 6 железа только. Надо больше железа. Там. Надеюсь, меня сейчас не загрифрит кто-то. А кто тебя может? Убить что? Да. А, такое убийство? Не знаю. На 4 алмаза. А я с собой взял все самое ценное.